Как сделать скриншот в игре? Если вы любите компьютерные игры, то я уверен, что вы не раз хотели сделать скриншот в процессе, поэтому запишу сегодня об этом видео. На самом деле у меня у самого такое неоднократно было. Играешь себе спокойно и вдруг бац, такой интересный момент, что хочется сфоткать это. Да, конечно, можно реально достать телефон или цифровик и заснять этот момент. Но кроме этого, чтобы сделать скриншот в игре, есть способы и более удобные. Сделать скриншот в игре. Для этих целей нам понадобится утилита Fraps. С помощью этой программы можно делать скриншоты в играх, а также записывать на видео весь процесс прохождения. Официальный сайт программы Fraps вы видите на своих экранах. Ссылочку я также приложу в описании под этим видео. Здесь нам нужно перейти на вкладочку Download и загрузить последнюю версию по ссылочке Download Fraps. Скачиваем, сохраняем и после загрузки приступаем к установке. Запускаем скачанный файл и устанавливаем, как и обычную программу. После загрузки сразу запускаем Fraps и переходим на вкладочку Screenshots. Сразу выполним базовые настройки. Через кнопочку Change мы можем указать папку, куда будут сохраняться все скриншоты из игр. Допустим, я хочу, чтобы они сохранялись на диск D, в папочку Data, и здесь внутри я создам папку скриншоты из игр. Указываю и нажимаю OK. Чуть ниже указана клавиша, которая по умолчанию будет использоваться для создания скриншота в игре. Мы ее можем поменять, но я советую оставить эту, так как она наиболее удобна. Все настроено, и это хорошо. Программу мы не закрываем, а просто сворачиваем. Заходите теперь в какую-нибудь игру и начинайте играть. Когда придет пора в игре сделать скриншот, то вы нажимаете смело клавишу F10 и скриншот будет сделан. Скриншот будет сохраняться в указанную ранее папку. На этом урок окончен. Желаю удачи!